Обзор новинок. В обвесе M-Performance она будет смотреться нереально круто. И моделей, доказавших свое превосходство. Ощущение того, что ты сидишь в машине с намеком на спортивность, меня не покидает. Характеристики автомобилей бизнес-класса. Больше всего мне понравилось вот эта волшебная кнопка с надписью «Релакс». И способности недорогих авто. А мы на крузе. И что? В программе «Первый взгляд». В среду в 21:30 на «Авто-24».